Всем привет, с вами Информ-ТВ. 20 сентября скончался единственный сын заслуженной артистки Ирины Понаровской. Смерть Энтони стала неожиданностью для семьи и друзей, так как мужчина вел здоровый образ жизни и занимался спортом. Официальной причины смерти пока не объявлено, но близкие считают, что могла быть острая сердечная недостаточность. Несмотря на трагедию, Ирина Понаровская пока не отменяла свой концерт, который должен состояться 30 октября в Санкт-Петербурге. Наоборот, после известия о смерти ее сына, продажи билетов на выступление заметно выросли. Есть предположение, что Понаровская все-таки может выступить и посвятит этот концерт памяти сына. Но окончательного решения пока что не озвучено. На форумах разных предсказателей уже нашли мистический след в этой смерти. Астрологи посчитали, что Энтони умер в коридор затмений, который проходил по оси координат Овен-Весы. Мужчина как раз Весы. За 40 дней и за 13 дней до дня рождения наступает критический момент. Также ходили слухи, что Энтони употреблял настойку из мухоморов, что родные поспешили опровергнуть. По неофициальной версии, картина происшествия выглядит так. Около 12 ночи Энтони отправился в душ. В это время его жена и дети уже спали. Около 6 утра супруга проснулась и пошла в ванную. Там нашла мужа. Соседи семьи по многоквартирному дому получили в общий чат мессенджера аудиосообщение от Анны. Шокированная женщина говорила сбивающимся от ужаса голосом: «У меня муж в ванной лежит, не дышит. Вызовите скорую». Несмотря на то, что медики приехали очень быстро, врачам оставалось только констатировать смерть.